Всем привет! Сегодня был в Галамарте, купил себе вот такую вот мышку. По форме напоминает Xiaomi, есть такая модель. Обошлась данная мышка мне в 350 рублей, плюс 43 рубля батарейки вот такие, 3 АА. Вот, видите, 2 АА. Две батареечки сюда и взял такой за 65 рублей коврик для мышки. По сути, получается 450 рублей данный набор. Давайте сейчас я открою и посмотрим, как все это работает. Так, коврик мы распаковали, распаковываем мышку. Такая вот мышка. Вот видите, такое софтшеловское покрытие. Слышите, как нажимается? Так, сюда вставляются батарейки. 2, 3 АА. Распаковываем батарейки. Оператор что-то не держит. Так, открываем батареечки. Такие две, более-менее, кстати, вот эта фирма выпускает батарейки в данном магазине. Вставляем батарейки. Закрываем крышку. Кстати, сделано так прилично. Даже вот крышка такая. Так. Слышите, как она прям минимально цыкает? Так, нужно еще от нее получить нам вот эту пензелочку. Вставляется она в разъем USB. Старую убираю. Коврик, кстати, не скользит по стеклу. Коврик в таком исполнении, прорезиненное покрытие. И 62 рубля вообще просто считай даром. Давайте попробуем. Берем мышку. Сейчас она ищет устройство новое. В общем, мышка работает, но единственное, на этом ноутбуке ее почему-то не видит. Поставили на другой MagicBook. MacBook, извиняюсь. И все заработало. Forza фурочная мать, знаете. Все хорошо. Удобно. И что мне нравится, мне кажется, тише стал работать, чем... может быть одинаково, но время покажет. В общем, такая распаковка была. Кстати, здесь еще в инструкции есть вот как настроить чувствительность. Видите? В общем, кому понравилось, заходите, покупайте. Не рекомендую, но выбирайте по своему ощущению. Внутри, кстати, есть еще инструкция.